Полезные программы VRADFIX. Good time of day, researcher. В этом видео мы покажем, как можно редактировать lightmap на брашах уже готовой карты. Итак, первое, что нужно сделать, это скачать сам редактор. Ссылка в описании к ролику. После этого запускаем нашу карту и вводим несколько переменных. SVCheats 1, MatSurface ID 2 и MatWireframe 3. Теперь мы можем увидеть интересующий нас браш и номер его видимой грани. Этот номер нужно запомнить. Сворачиваем игру и запускаем Lightmap Editor. Указываем расположение карты и теперь выбираем нужный режим освещения LDR или HDR. В каждом режиме цвет и освещенность могут отличаться. Когда с режимом определились, просто вводим номер грани, которую запоминали ранее. Load Lightmap. И вот перед нами 8-битное изображение карты освещения грани. Сложно звучит, согласен. Выберем любую, словно говоря, пиксель, впишем RGB цвет и силу. Внимание, если значение и последние переменные выше 0, то цвет и яркость умножаются в 2 раза. Чтобы место было полностью черным, ставьте минус 8. Теперь о галочках снизу. Первая заставляет моргать самые яркие части карты. Вторая показывает пиксели или люксели, как вам угодно, у которых запредельные значения по яркости. Brightness – просто демонстрирует, как в целом вся карта будет выглядеть при том или ином значении яркости. Этот параметр никак не влияет на конечный результат в игре. Чтобы сохранить результаты, жмякаем вот на эту кнопку. Возвращаемся к игре, делаем рестарт, и вот, пожалуйста, в полной темноте мы наблюдаем подсвеченный из ниоткуда браш. Для чего и когда можно использовать данный Lightmap Editor? Ну, например, для создания всевозможных неоновых дорожек в темных помещениях или для авторской надписи на стене карты. Вы ограничены лишь собственной фантазией. Ну а теперь будем прощаться. До скорых встреч в рубрике «Во все тяжкие». Мы уже готовим новый материал. А пока, пока. Удачи, тамадачи.